В школе-интернате номер 2 Якутска празднуют День семьи. С этим событием воспитанников учебного заведения поздравили попечители, спонсоры и друзья. С концертными номерами выступили студенты АГИКИ, колледжа культуры и индустриального педагогического колледжа. Сами вы же воспитанники школы-интерната также подготовили музыкальные выступления. Отмечу, что сегодня в интернате обучается более 60 детей с 1 по 10 классы. В 1992 году наш интернат перешел к семейному типу воспитания. Вот этот день как раз здесь отмечается, уже 24-й год. Наши группы семьи отмечают день рождения.